Здравствуйте и добро пожаловать на матч Ультра Кавальки 1. Уже начались игры на вылет. 1/4 финала. Будем ждать горячего хоккея. Ну что, Саня, побольше лучших моментов. Да. Давай, быстро! Итак, первое взбрасывание, игра началась. Первое звено Ковальков атакует. Пас на пятак, но бросок сходу не получается. Пошла обратная атака Ультра. Олег Герасимов на Дроздова. Бросок, гол. Сыночек. Ковальки атакуют. Бросок поворотом и гол. Счет очень быстро становится равным. Виктор Куранов идет в атаку. Сам бросает и забивает. Любой бросок становится голом. Вот и первое нарушение. Вячеслав Огородников пробивает булит. Мимо. И он сравнивает счет. Поляков перехватывает шайбу. Дает пас на центр. Бросок получается прямо во вратаря. Идет затяжная атака Ультра. Третьяков дает пас из-за ворот. Бросок сходу во вратаря. Добивание. Гол. Хорош. Ультра опять выходит вперед. Так. Игроки Ультра расположились в зоне противника. Вратарь отбивает. Бросок по воротам. Шайба в воротах. 4-2. Какой-то деда должна у нас хлеба выходить. Атака Ковальков. Бросок из-под защитника. Вратарь все видит. Шайба скользит в зону Ковальков. Вратарь выходит из ворот. Пас на защитника. Противник выбрасывает шайбу из зоны. Невероятно, но это гол. Нормально, соберись. Поляков падает, судья фиксирует нарушение. Никита реализовывает булит, увеличивает отрыв в счете. Хорош, пацан. Молодец. Молодец. Хороший пас под синюю. Бросок и гол. Вот это точнейшая передача была. Я же как будто слышал, кричали. Лево, право, бросок. Я не слышал ничего. Да я понимаю. Получилось так, как там. Так, ковырнул херню. Бросок Михаила Иванова. Ой-ой-ой. Шайба в воротах. Защитник Ковальков нехотя подправляет шайбу в свои ворота. Правильно, красиво. Гонили какого-то. Команда Ковальков берет 30-минутный тайм-аут. Часа играть, не расслабляйтесь. Тайм-аут когда нельзя брать уже будет? Тайм-аут когда уже нельзя брать? Тут можно? Ну, всегда, любое время. Ну, конечно, за последнюю минуту. Ну,
Подожди, вратарь же не готов. Смотрите. У вас же вратарь. Игорь Логинов выходит на бросковую позицию. Вратарь не спит. Третьяков. На Волкова. Герасимов проходит. Оставление. Куранов. Бросок. Есть! Это розыгрыш, да? Это розыгрыш, говорю. Четвером, блин, разыграли. Витя подстраховал, красава. Здоровья. Защитник Ковальков пытается выбросить шайбу из зоны. Неудачный бросок. Теперь бросает Куликов. Добивание. Гол. Данила Лусев делает счет неприличным. Огородников проходит один, но его укладывают на лед. Это нарушение. Второй булит в исполнении Вячеслава Огородникова. И он опять его реализует. Очередная атака ультра. Третьяков за ворота. Пас на пятак и бросок сходу. Бери. Иди вперед. Сидоренко бросает в сторону ворот. Дроздов обрабатывает шайбу и забивает. 10-4. Лебедёк перехватывает шайбу. Защитник ложится. Бросок. И снова ультра забивает. Сидоренко на Дроздова. Дроздов обратно. Наброс на ворота. Третьяков завершает. Саня, надо было лакрос забивать. Слишком мокрое. Так мокрый. Лопатка. Должен каждую смену клюшки менять. За ленту, чтобы перематывал тоже. Опа! Олега справа! Александр Дроздов пробивает булит за нарушение. Счет не изменен. У Третьяковой выбивают шайбу. Герасимов подбирает. Бросок. Гол. Подбор шайбы. Бросок по воротам. Борьба перед воротами. Шайба в воротах. Хорошо, проворолись. Блять, нихуя надо. Бросок с неудобной. Ой. Противник не опускает руки и забивает пятую шайбу. Еще одну не хватает до 20. Там просил кто-то 20 очень. Yeah.
Итоговый счет 14-5. Команда «Ультра» проходит в полуфинал. А «Ковальки-1» отправляются на заслуженный отдых. Потом целоваться будете. Что? Лучший гол сезона твой! Ставьте лайк, если вам понравилось это видео, и если вы еще не подписались на наш канал, то не забудьте это сделать, чтобы не пропустить новое видео. На этом мы прощаемся с вами. Спасибо за просмотр.